Отдай давай. Всем привет! Сегодня мы на охоте на зайца. Ну, с самого утра приехали в молодняки, походим по молоднякам. В прошлый раз здесь подымали на прошлой охоте. Сегодня мы без Чивы. Чива у нас заболела чесоткой по ходу. Ну, на открытие она в нору залезла, и там, скорее всего, ее и подцепила. Сейчас мы только вчера ее обработали препаратами и оставили ее дома, чтобы она не заражала остальных собак и Димона, потому что Димон тоже может заразиться. Это же собака, но только Димона оставили дома, чтобы лучше бы Димона оставили дома. Так, и вот Влад, все, сейчас все собрались, уже первый молодняк прошли, ничего не добыли, пойдем дальше. Куда пойдем? Вниз? Пошли вниз. Пошли. Пора домой. Шашлык. Что, туда, до машины? Ну да, куда? Лежал, не поднялся сегодня, значит, где в прошлый раз не поднялся, сегодня подымется. Поэтому пошли сюда. Ну, а потом она вот там где-то в самом конце вернулась назад, где мы заходили. И подняла, и пошла туда. Я на дорогу выскочил, думал, знаешь, как прошлый вот так уходил. Потому что она через лес этот большой, я думал, я побежал на то поле, ну, которое между двух лесов. Я же говорю, я пошел туда вот к ферме той, где я эту забирал. Стоял, она уже как скололась, ну, вообще не тявкала. Молчала. Я пошел уже сюда. Видишь? И вижу, в деревню пошел. Да это по-любому зайцы все в деревню пошел. Леса не пойдет. Да ну кот, бля. Кот так далеко уходил, кот бы на дереве уже сидел. Лайма, пошли сюда. Лайма, иди сюда. Не ко мне. Сейчас тут такие вот кусты. Длинные, через все поле идут. Я с одной стороны, Димон с другой, а Влад заехал там, спереди станет. Вот на молодняках одного зайца собака подняла, Лайма. Но он ушел через деревню, мы ее забрали, вот сюда переехали. Уже пообедали. Обычно у нас все зайцы после обеда, так что мы решили пораньше пообедать. Говорю, идешь себе, кричишь между кустиков, зайца поднимаешь, иди попробуй, вдруг у тебя получится. Можешь кричать, материться, только не сильно.
Чтоб Димон слышал, что ты идешь. Говорю, зайца увидишь, говори. Готов! Готов? Ну да, наверное. Не, ну что, нормальненький такой. Ну на. Средний. Средний. Ну с полем что? С полем? Дима. С полем, да. Наконец-то мы добыли зайчика. Не самый большой, но и не самый маленький. Такой середнячок. Куда? Иди сюда. Освободила. Освободите. Ну вот, только пообедали, сразу заяц. Надо чаще обедать. Надо побольше обедать. Надо два обеда, значит, с собой брать. Завтрак, обед и ужин. Мортадела. Один патрон. О, та падает, падает, не? Да. О, под канал упала. Видела, Ольга? Я видел. Такие уже увесистые. Это три добыли. Мне казалось, они дальше сели. Я видел где-то живу уже там на канале. Ну вот это побольше такая. Это, наверное, старая, а это молодая. Ну вот эта самочка тоже, видишь? Угу. Вот это самец. Это две самочки. Ну либо молодые совсем. Ну это видишь, как это совсем маленькая. Вот это вот. Да. Если сравнивать с этим. Да, это. Сейчас заметили тут большое стадо, где-то около 50 черков село на канаву, но далековато. Сейчас наша главная задача ровно выйти на них, чтобы хорошо отстреляться. Если получится, то будет огонек. Ветер так, от нас к ним, но мы обойдем и идем против ветра, постараемся. Сели. Нет, так они же поднялись с той канавы. Ну все тогда. Оказалось, что черки не на канаве, а на поле сидели. Ну, не подойти к ним, они тут туда-сюда перелетают. Ну, стайка хорошая. Может, как-нибудь еще сюда приедем, еще до того, как охота закроется, и увидим где-нибудь на канаве, тогда получится добыть. А так, то нет, конечно. На поле не подойдешь, это ровно. Вот посадочка березок, сейчас будем идти по ней.
попытаемся тут зайца поднять. Ну, лиса походила, и зайчика там свежий был след. Там видно было, тут уже не видно. Ну, может зайчик тут лежать, тут озимые, видишь? Говорю, озимые такие красивые, может зайчик лежать в траве, ему сразу хорошо, раз, покушал и пошел отдыхать. Да, места красивые. Да, и пожрать что есть, и лечь где есть. А зайца нет. Не знаю, я сколько уже не хожу по этим, ни разу зайца не поднимал. В прошлом году ни разу, позапрошлом тоже. Опа, шел! Готов! Давай, 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 давай! Марта, Марта! Смотри, что он выделывает. Небольшой. Мелкий, блин. Видел, как выскочил? Да, ну, да, да. Мне его не... Ну, вообще плохо было. Было видно, когда ты крикнул «Ой!», когда ты уже второй раз его... Вот Леха тогда стоял вот здесь, да, ну вот, возле этих деревьев где-то. И заяц шел, 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 и вот где-то вот здесь выкрутил и на поле вот так пошел. Маленький, да? А, не, нормально. Не, маленький, меньше, чем тот. А, ну да, маленький. Небольшой, небольшой. Ну красивый такой, да. Явно не прошлогодний. Я уже этому потерял все надежды. Иду, думаю, не, тут зайцев не будет. Уже 3 года подряд ходим, ни разу я тут зайца не поднимал. Чего? В прошлом году я поднимал. Ну ты поднимал. А я тут 4-й раз, может, иду или какой. И ни разу зайцы не поднимались. Это первый раз. Нормально, 3 полосы прошли, 1 поднялся. Хорошо. 3-1. 3-1. Все, закончилась наша сегодняшняя охота. Димон добыл 2 зайца. Молодец он сегодня. 3 куропаточки добыли. Ну сколько мы подняли? Наверное, 3. Еще собака что-то подняла, ну, в молодняке. Загнала в деревню, там скололась, мы ее забрали с самого утра. Марта! Марта! Ну еще, в принципе, можно было немножко походить. Но уже просится домой, поехали. Дома котлеты из зайца. Будем иди есть. Иди сюда. Еще собаку надо забрать. Не хочет, видишь, в это самое. Вся в работу пошла. Началось у нее. Началось. Под конец фильма. Иди сюда. Пошли. Ну что, завтра снова поедем. Но это уже совсем другая история. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угоде. Да? Если бы сегодня мой чесоточный друг был бы со мной, то, может, был бы другой результат. Охотник без собаки — полуохотник. Да. Да. У тебя 2 собаки, то ты полтора. Я охотник. Полторачка. Ты полтора охотник. Дима полторачка. Дима полтора охотника.